Ангарск посетила делегация из города-побратима Омска. В состав группы вошли мэр Омска Сергей Шелест и председатель горсовета Владимир Курбут. Важная встреча глав двух муниципалитетов состоялась в здании администрации Ангарского округа. Совместные планы масштабные. По каким из них уже идет работа, узнавала Оксана Крикунова. Омск и Ангарск – две крайние точки Сибири, между которыми несколько тысяч километров. Вот только они не так далеки друг от друга. Два города уже несколько лет связывают братские отношения. Дружба завязалась еще в 2011 году. С тех пор на регулярной основе между муниципалитетами происходит обмен опытом по реализации программ благоустройства и других проектов. В Омске, находясь, замечаю многие вещи, которые нам просто на самом деле можно применить на территории Ангарска. Взаимный опыт – опыт коллег, более старших как по возрасту, так и по статусу, но тем не менее не считающих нас младшим братом, а относящихся с таким же доверием. У нас общие, в принципе, все проблемы, которые есть у городов, и у нас общие достижения. Я думаю, что мы будем также и дальше развиваться. Именно по примеру Омска в Ангарске в День города проводят большой полумарафон. И сегодня без этого забега уже невозможно представить праздник. Каждый может выбрать посильную дистанцию от 3 до 21 километра. Отдельный маршрут в 500 метров для самых юных атлетов. В первый год, по данным мэрии, мероприятие собрало около 1000 спортсменов. В этом году уже больше 2500. Это очень все удачно совпало с тем, что в нашем городе появился новый объект рекреационной инфраструктуры. Это великолепная Ангарская набережная, которая является сейчас уже визитной карточкой нашего города. И вот 7 километров можно спокойно бежать прямо по ней. В ходе встречи обсудили и новые программы проведения совместных мероприятий со школьниками и педагогами. К их числу относятся онлайн-конференции, обмен учащимися и телемосты. Один из таких проектов – медиашкола, кстати, абсолютно бесплатный. Его организаторами выступили Управление образования Ангарского округа и телекомпания «Актис». Дети получили возможность прикоснуться к волшебному миру телевидения. Так, работая с ребятами и видя их интерес, мы подумали, что было бы здорово на самом деле объединить не только ангарских ребятишек, но и вообще, в принципе, города Иркутской области. Мы уже вышли на соседнюю республику Бурятия. И сейчас, пользуясь случаем, приглашаем ваших ребятишек принять участие. В завершении встречи представители муниципалитетов обменялись подарками и со всем теплом сибирской души пожелали друг другу развития территории. Оксана Крикунова, Александр Черник, «Местное время».